нынешняя ситуация в белорусско-российских отношениях сохраняет вероятность того, что Кремль может устроить переворот в Минске, отстранив от власти Александра Лукашенко. Об этом заявил белорусский политолог Олесь Логвинец. В частности, он напомнил о военных учениях «Запад-2017», которые должны состояться в этом году на территории обоих государств. Логвинец подчеркнул, что белорусское общество поделено, поскольку благодаря серьезному влиянию российских СМИ довольно заметная часть белорусов воспринимает себя частью русского мира. Возможно, не полной, но они смотрят на независимость Беларуси глазами России. С другой стороны, даже в самом режиме есть так называемые державники, которые говорят о важности независимости, сказал эксперт. Лукашенко недавно сказал, что братская Украина воюет за свою независимость. Это показывает состояние его мышления. Всем понятно, против кого воюет Украина за независимость. Здесь Лукашенко верен своей двойной игре. Он и Москве говорит: «Я же ваш», высказывается комплиментарно относительно Украины и ее независимости. «Это новая ситуация. Раньше он не мог себе этого позволить», – добавил он. Политолог также отметил, что Кремлю вполне по силам устроить переворот в Белоруссии. Однако не уверен, нужно ли это Москве сейчас. Вопрос очень сложный. В обществе есть напряженность, а часть белорусов считает, что Путин – лучший вариант, чем Лукашенко. Есть часть, которая считает, что независимость так или иначе надо отстаивать и идти путем цивилизованных стран, потому что Россия не заинтересована в реформировании, модернизации Белоруссии, – пояснил Логвинец. Понравилось видео? Ставьте ваши лайки, пишите комментарии и делитесь видео с вашими друзьями. Чтобы быть в курсе всех последних новостей, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!